Часто бывает так, что мы строим планы, рисуем воздушные замки, мечтаем о самом заветном. И бывает, что перестаем ценить те простые вещи, которые являются составляющими нашей повседневной жизни. Те, которые и есть наша жизнь. Этот год стал особенным для каждого из нас. Год 25-летия «Казхрома» стал вызовом для компании. Сложным, новым, переменчивым, непонятным. Мы справлялись с трудностями. Мы произвели рекордный объем ферросплавов. Провели уникальные ремонты в рекордные сроки, без подрядчиков, своими силами. Вывели на проектную мощность печи Актюбинского завода ферросплавов. Мы подали рекордное количество идей, которые дали компании огромный экономический эффект. Мы шли вперед, вопреки всем прогнозам. Мы выполнили новые этапы работы на месторождениях. Продолжали реализовывать важные для будущего компании проекты. Мы осуществили поставку всех необходимых профилактических средств для своих сотрудников в условиях тотального карантина. Смогли оперативно перевести более 1000 сотрудников на удаленный режим работы. Мы соблюдали социальную дистанцию, но этот год сблизил нас. Мы радовались простым событиям, маленьким и большим победам. Дарили друг другу тепло, дарили тепло тем, кто в нем нуждался. Мы построили садик в Хромтау. Сдали новый дом в Аксу. Мы радовались встречам офлайн и любой возможности для общения. Мы поддерживали своих коллег в течение всего года. Ведь мы команда. 2020-й мы справились. Вот уже 25 лет мы едины. Ведь мы — сила «Казхрома».